все, мы уже покушали, позавтракали, поздний завтрак. Через пару часиков еще будет обед, потом полуужин, потом ужин, потом ночная еда. Потом еще по дороге разные лепешки с сыром. Да, и короче, вы здесь будете 100 килограмм. Ладно, шутка, мы сейчас идем на ресепшн, узнаем, здесь есть рыночек. Пойдем на рынок и купим там какие-нибудь турецкие сладости. Сейчас узнаем. Сегодня пятница, должен работать этот рыночек. Если он работает, то мы сейчас прогуляемся и найдем его. На ресепшене нам сказали, что рынок работает. Тут вон новые люди приехали. Постоянно кто-то приезжает. Вот эта статуя, например, уже устала от всех. Даже смотреть не хочет ни на кого. Говорит, ну его нафиг. Тогда ничего, что ты чемоданы назвал людьми? Ну, чемоданы это есть люди. Да? Чувак, ай. Нормально. Как дела? Хорошо. Отлично. Хорошо. Хорошо. Тут фонтанчики такой вот, под Ботаник Резорт Отель. Это наш отельчик так выглядит, это вход, заезд тут такой. Парковочка есть вот, Ботаник Платинум. Можно брать также машину в аренду, да? Да, наверное. Для этого вам нужно платить права. Ну, если права есть, на тут можно взять, как-то договориться, не знаю. В принципе, здесь движение обычное, стандартное. Дороги широкие. Вон тут много людей, я смотрю, номера какие-то разные. Вон, не только турецкие. Вон, БГ какая-то, Болгария, что ли. Вот, РО, Рио-де-Жанейро, наверное. Ну, ТР, вот, это турецкий, по-любому, вот, да. Турецкие тачки. Russian. Россия. Россия написано, Кургай что-то. Тут рядышком еще отель есть. А, вот это у меня от селфи-палочки постоянно падает, вот эта штука. Вот красиво, да, отель, смотри. Вход такой вообще резной, четкий. Как называется? Карнас? Карнас Спа Резорт. Кстати, тоже хороший отель. Потому что... мы катались, колесо обозрения у нас, и увидели, что там у них внутри. Да, и в принципе у них тоже очень весело. Там постоянно проводятся какие-то мероприятия. А так же, как у нас, интересно, да? Там и салюты тоже бывают. Да, да. А вон рынок, оказывается. Смотри, вон он. Я думала, он поменьше. А как мы переходить-то будем? Мне кажется, подземный переход. Не знаю. Ну там, видишь, это сеточка идет. Там где-то переход должен быть, значит. Нам надо до перехода как-то дойти. По тропиночке. Мукарнас. Какой-то Мукарнас еще есть. Он еще один отель большой. Тут очень много этих отелей крупных. Я так понял, здесь они самые такие нормальные, элитные. Вон, чувачка, тачка какая. Наворочена. Вон, смотри, катается.
Ну. Тоже ништяк отели, кстати, вот эти. Есть вот такие телефонные будки. А вон он переход, наверное. Блин, у меня уже все это горит просто, но на улице жарище, блин. Фу, на-на-е. Вот еще один отель, Дельфин Резорт. И тот тоже дельфин, что ли? Что-то я не понял. Два что-то разных дельфина. Тоже 5 звёзд, да? 5-звёздочный дельфин, ну, что-то непонятно. А, это дельфин, наверное, просто сам по себе. А у нас идет... А, у них же сеть это отелей. Вот у этого ботаника сеть отелей по Турции, короче. Вот их еще один отель. Да. У нас покруче, конечно, будет. Да, это такое ощущение, что его покрасили. Очень хорошо, он старенький. Переходик. Так, аккуратненько, тут что-то скользко. Сейчас здесь будут исполнять хип-хап. Бутылочки, бомжи. Как будто какая-то ванная комната, да? Да, там. Сейчас как будто здесь наполнится все водой и бутылкой. Это по ходу дела вот этот переход какой-то бывший бассейн. Тут можно песни петь. Плиточка вон отходит. Что говоришь, Оль? Конечно, этот, кто там живут, да, вот в отелях, идти по этому переходу как-то, ну, картинка такая не очень. Да, обломная. Ну, кукуруза. А вот и наш рыночек. Вон наш отель. Ботаник, Мукарнас, спа-резорт, еще чего-то. Дельфин, Делюкс. А, это походу все одна сеть большая. Так. Итак, ребята. Шмотки. Шмоточки, шмоточки. Все, пройдемся, посмотрим, что тут есть. О, элитные духи. А? Ну. 5 евро. Ну. Просто. А вон сладости. Можешь смотреть. Чаек, кофеек. Вот такие вот надо сладости какие-нибудь взять. Да? Вон, смотри, эти пачки. Вон. Маленькие возьмем. Или что? Вы здесь, да? Че, какие? Я не знаю. А по-русски? Чуть-чуть. Турецкий супер чай. Чат. Или чай. Вот этот? Да. Нормаль чай буду бергамот. Который туркиш чай, да? Да. Черный чай. А это бергамот. Не, бергамот это... Нормаль. Нет, это вот... Нормаль есть. Вот этот нормал, да? А сколько стоит? 7 долларов. Сколько? 7. 7? Так, а еще есть какой-то? А, это берг, да? Какой-то берг. Филис, да? Так, сейчас я посмотрю еще что-нибудь. Сейчас мы еще смотрим.
Пойдем еще дальше посмотрим. Побольше. Дальше? Побольше. Идем погуляем маленечко тогда. Сейчас мы круг и придем. Дешевле парусы. Окей. Труселя. Духи. Вот смотри, прикольная, да, толстовка. Толстовка? Да. Ну, смотри, хочешь померь? Только она теплая очень, видишь? Ну, у нас холодно же зимой. Ну, померь, если хочешь, померь. Какие? Да. Какая тебе нравится? Давай такую. Какую? Розовую? Какую? Я такую? Думаю, может, этот. Вот полосатая прикольно. Не, не полосатую. Ну смотри, какая нравится. Ну, пошли там еще посмотрим. Какой? Может... Девушка? Да. Че, померишь? Не, не надо. Сейчас идем погуляем. Давай, давай. Да, куда ты денешься? Конечно, дешевле должно. Рюкзачки. А он багаж, да? Всякий он. Сколько, интересно, стоит? Вот, так-то прикольно. Вон, смотри, Гуччи. Он 5 евро, он больше не стоит. Боты. Султан. Да, микс. Это 5 долларов. Это гранаты. Да. Потом? Нет, чай не надо сейчас, Оля. Вот эти сладости возьмем, чай другой. Чай надо турецкий брать какой-то. Здрасте. Как ты, друг? Отлично. Чай турецкий есть? Есть. За дарма это подарок. Домой это подарок. Домой себе. Настоящий турецкий. Туркиш чай. Yeah. Вот это самое вкусное. Турки пьют, да? Да. Вот это нормально. Это не бергамот? Нет. Турецкий чай. Вот да. Это фигня, вот это хорошо. Да, да, это хорошо. Подарок, вот это нормал. Вот да, это мне нормал надо, турки, что было, когда... Yes. Так, это гюзелгай. А сколько стоит? Сколько стоит? 12 долларов, вот это. 12? Что так дорого-то? Вот это 6. 50... У нас в отеле 10 стоит. Вот это, отель нет, вот это отель. В отеле это, вот это, этот, такой похожий вроде бы, нет? Вот это отель. Сколько штук купили? Не купили, просто... Нет. Сколько штук купили, без цирка, не проблем. 1-2? Ну, надо... Покупать будешь сколько? Так, ну я не знаю. А, есть еще какой-то? Такой только нет, марка другой. Нет, нет. Одинаковый. Три, допустим, три. Одинаковый, або name, my name, Mustafa, your Olga, your name. А. Чай, одна фабрика, Туркай. Вот это на фабрика, down, не вкусно, вот это лучше, понимаешь? Вот это фабрика. Да. А. Вот это down. Ага, понял. У тебя три штук. Давай три. Три сколько отдашь? 30 долларов, да. 30? Да, 30. Держи. Камера я пахан, шура, чеп пахан. 300 долларов дорог. Откуда? Россия. Россия. Меня жена татары, Уфа. Мы Уфа. Уфа, да? Уфа. Ребят. О! Без зиярадам. Татарам, тутарам, без зиярадам. Тесно, 18 яр. У меня обчина. Да? Да. Хорошо. Так, Оль, дай эту денежку, а? Так, 20. Сладости надо домашние? 10 надо. Попробуй, если ты такое любишь, Оль. Понюхай. Клубника? Нет, гранат. Гранат? Вкусно? Вот это бергамот. Нет, сахар, глюкозы надо. Нет, натурала. Балкон. Не. Вот это угощу, нет, балкон. Вот это угощу, не балкон. Нет, сахар, глюкозы надо. Козы молоко. В
вкусные штуки, да? Ну-ка. Вот это Милане понравится, да? Кунвика. Сука тоже. Сейчас наберем. Сейчас. Вот это 50 татар, 50 туристов. Да? Два паспорта. Вот это. А, микс. Да. Такого надо взять, да. Вот это кунвика. Кислинка любишь? Кислинка. Вот это нормально, белое, да, было? И клубника тоже. И клубника. Да ты съешь и все. Положи вон туда, если не хочешь пока. Вот это кислинка, гранат. А, ну гранат, да. Да. Тоже вкусно. Ну, похоже. Так, сейчас. Вот это арбуз. А вот это что? Индивика. Вот это арбуз, кунжутум, гранат, барбарис, лемон, вишня, мед, гранат, кислинка, молоко, аденокой. Давай какие самые вкусные? Да они все вкусные, что-то. Вот это мед. Мед грис. Давай какие-нибудь выберем сейчас. А эти сколько стоят они, как вообще? Вот это 18 доллар килограмм. Ага. А тебя ассорти откуда? Уфа. Си, тебя Уфа, тебя не Уфа. Уфа? Уфа 15, вот это. А. Начинай Уфа, посмотри. Аба не, да. Да, ну сейчас выберем какие-нибудь. Похоже? Да, да, да. Упада. Да. Вот это 36. Мне Аланья магазин, сувенир магазин, домашний, все большой магазин, 17. Вот это магазин мама, вот это мамушки. Перед ним глаза любишь, мне 22. 17, мне 22. Любишь? 18. Мне вместе, Уфа, да. Мы казан, мы купили ал. Mm. Три киндер. Одна уже? 15, да, одна, вот это 14. Это вот здесь, которые сидели, да? Киндер. Да. Uh-huh. Вот это ал, маленький, вот это 8. Девушка ал. Поставь нам туда. Сейчас у меня руки. Так, а... Тебя разно? Полкило, не килограмм, полкило. Это сколько полкило вообще? Мало, вот это раз на килограмм. Коробки, а, вот это раз на килограмм. Да, 50 градусов холодно, жарко, 2 года, не проблем, домашний. Ага. Вот это фабрик, 3-4 месяца. Это как рекурс. Посмотри. Давай маме там это. Можно вот по чуть-чуть, да, вот это, да, что-то? Раз. Кунвика. Что там надо было, клубника? Так, у тебя денежки с собой? Смотри, побасты. Сейчас мы посчитаем, чтобы у нас хватило. У меня руки все липкие. Да? Подожди. Да-да, вот вкусная ежевика. Арбуз есть? Арбуз мы не брали, что-то вот. Восемь штук. Лучше ал. Вкусно? Вкусно. Вот это фигня. Вот это ал фигня. Вот это восемь разные сорти. Четыре штук. Вот это ал. Вот это ал. Подарок. Восемь брат подарок. О да. Можно такое взять. Четыре хельва.
три сладости. Так, халва она не будет кушать. Халва не будет. Лучше такое, это... Нам еще учительницу надо. Да, вот это лучший подарок. Вот это работа подарок. Ну я понял, да, да там оно не вот так вкусно. Там, это в отеле есть, да. Там такое, невкусно. А это два? Нормально, да? Нормально, лучше, хорошо. Ну все. Ну, один, два. Это? Вот это 15, 8 штук тебе, 13. Вот это 2 штук, 25, 2. 25? 2. 220. Давайте 20, мы уже у вас взяли. 20. Вала, папа, я пью, да? Ровно 20 и нормально. Мы уже сколько дали там? 30. Давайте 20 и мы пошли. Вот это 30. Блин, столько, что делать с этим? Много будет уже. Это сладкий. 4 штук. Лучше то тогда, если брать то лучше. Давай. Давай 20 вот это, да. Ну все, ребята, мы тут затарились по полной программе. Идет такая ситуация, получается, что пока говорили, он очень сильно любезничал, там все дела, и два пакета нам лишних дал. А мы что-то даже не заметили, он дает. Что-то пакеты дает. В итоге... Два пакета вообще лишних чаев, сладостей дал. Ну, мы как бы и не против. По пути идем, я смотрю, что тут многовато как-то. Оказывается, просто перебор дали. Вот у Оли там сколько? 3 чая, да? Да. Ну, достань чай. Вот это на халяву. 3 такие чая. Один чай такой, сколько он там? $10 что-то говорил, да? Да. Получается, мы и так сэкономили. Нет, это 15, он нам отдавал за 13, потом мы взяли вообще за 10. Да. А большой 25 нам отдавал за 20. Да, большая упаковка за 20. В итоге вот эти 30 он просто дал. Да? Ничего страшного. Еще плюс... Мы вот брали большой один чай. Вот. Я говорю, ладно, хорош, короче, этот большой чай. Там кто-то еще смотрел, и этот пакетик нам достался. Так, а по сладостям я не знаю даже. Вроде нормально все. Короче, нормально. Закупились. Мне кажется, тоже один пакетик лишний там. Ну и ништяк, что. В принципе, у них тут ценники так-то тоже не дешевые. Я-то в Стамбуле, когда ездил, там намного дешевле, и при этом там пахлава повкуснее и поразнообразнее будет. Так что здесь цена нормальная такая, не дешевая. Так что вот этот презент. Оля себе взяла оливковое какое-то масло. Да? А где оно? Здесь вот. Да, да, да. Два оливковых каких-то масла. Вообще стоит, говорят, 65. У него брат работает на оптовой какой-то базе. Здесь он отдавал это масло за 20. Ну, для нас, потому что у него жена тоже из Уфы. Да, и, оказывается. Да, в итоге он отдал два масла за 30, да? Да, два масла за 30. Вот смотрите, как раз получается в тему. Чувак нам два масла, Оля, продал. За $30. И в итоге нам еще дал вот эти 3 чая. Они как раз таки, если даже со скидкой посчитать, $30. Короче, 2 оливковых масла Оли на халяву. А почему это масло на халяву? Ну, потому что, ну, масло 30. Это на мне 30... ты сэкономишь, да? Нет. Я тебе. Просто Оля хотела одно масло. Да, он мне еще 2 да 2. Я говорю, не надо мне 2. Давай 2, да, что-то. Я же не знаю. Он говорит, это масло продается в аптеке. То есть его просто так не продают, потому что у него брат на оптовой базе. В общем, как-то так. Ну, получается, сколько? $20, он говорит, да, 1200 рублей. Вообще, ну, 65, он говорит, стоит в аптеке.
он мне отдавал так, за 20, да. И что, оно настоящее? Ну там он даже... Такой этот... Там есть каталог у них, ну такое фирменное. Можно даже показать, кто знает. Ну это по-любому, да, это всегда так. Ну, какая-нибудь аптека, бутик, сразу же, блин, продукт встает в раза 5, там 6 не, ну, дороже. Знаешь, качество тоже как бы хорошее, там дозатор вот этот вот, все как надо. А, здесь внутри? Ну оно качественное, видно. Ну, откроем сейчас, придем, посмотрим, что мы там еще закупились. Короче, нормально мы сходили. Жара, капец. Да, мы не вредничали, и судьба на нам тоже, короче, устроила сюрпризик. Вот. Так что, если ты нормальный чувак, как бы там тебя не обманывали, ты все равно свое заберешь. Или ты просто должен быть армянином. Да, или ты должен просто быть армянином. И все дела. Да. Вот, пока он там базарил, мы еще один пакетик наложили и пошли. Вот наш отель. Ну все, отличные покупочки, отличные просто. Просто халява, блин. Может еще раз ходить. А мы ему еще 11 долларов должны. Да, мы еще ему 11, нет, 13 долларов еще типа должны. Он говорит, якобы придет к нам в отель, если что, типа, ну, заберет. Ага. Я думаю, куда же ты, дружище, придешь? Ну, это так, болтовня у них, понимаешь, много болтовни. О, блин, прохладненько, ништячок вообще. Охеренно. Наш отель просто супер. О, наш кайфовый отель. Закупились. А? На море купаться. Купаться, ну. Все, покупочки, закупочки закончились. Подарочки. Теперь нужно отдыхать. Блин, вот это все, конечно, тащить надо будет нам в самолет. Срок годности больше четырех, а какие-то 4 месяца, какие-то 2 года, да, даже может. Эти сладости они надолго хватают, как бы с этим, я думаю, проблем нету по-любому. Фух, кофеечком пахнет, вон там кофе делают. Сейчас положим, может кофе? Да, можно прийти кофеечек попить. Так, какой там у нас? -2. Сейчас пойдем, занесем это все дело домой, потом придем здесь с Солей кофеечек, чаек, и потом уже пойдем купаться. Детишки, потому что у нас там уже заждались. Это не да. Я, кстати, первый раз здесь эту кнопку нажимаю, потому что в основном всегда дети это делают, когда же этаж не знаю, как. No. Вот такие красивые кнопки. Стульчики прикольные, да, серебряные такие. О, прохладненько, так хорошо. Ништяк. А давай ради этого интереса зайдем, спросим, сколько это получается. Да мы же спрашивали, 10 долларов. Здесь, да? Да. Там какой-то, только другой это. Фирма другая, не настоящая. А он говорил то, что у нас фабричная, да, получается? Да нет, я это вспомнил эту упаковку. Я в Стамбуле покупал чай, там у меня чувак, короче, есть знакомый. И он то, что себе берет, он показал желтая упаковка и красная. Вот они вот этот чай берут для себя дома. Вот. Это настоящий турецкий чай. А все остальные какие-то непонятные такие упаковки. Это все, короче, левый дешевый чай. Турки его не пьют. А здесь вот в бутике как раз-таки вот этот левый чай нам толкали. У него этот левый чай там за 5 долларов был. И мы, кстати, весь его выпили, да, уже? Не, у нас дешевый так и валяется по упачке.
Не-не, вот этот красный большой. Большую упаковку же я привозил. Выпили же уже? Там один какой-то турецкий, вот половина. Ну-ка, один это стрёмный какой-то был как раз-таки. Мы его и не пили нифига. Да. Так и лежит. А нормальный чай, который... Мы его сразу выпили. Фу! У нас ещё есть этот турецкий. Турецкий, да, стаканчики покупал я. Надо вот прийти и с них как раз-таки пить. Халявный чаёк. Приближаемся уже. Да, тащить только всю эту фигню с собой. Вот это местечко прикольно так проходить. Деревья здесь такие красивые. Здесь тихо и много всяких разных деревьев. Вот аллея такая классная. Так, там нас, наверное, женщина ждет. Давай. Так, это какой? Точно пятый? Five? No. Три. Поехали дальше. Чуть-чуть пораньше приехали. Че, жми? Газировку раздали. Ну, этот чувачок, короче, тут разносит напитки, пополняет постоянно бар. Каждое утро стучится. Пока нас не было, у нас уже должны были пополнить бар. Или он еще не дошел до верхнего этажа, может быть. А вон чувак, который моет, уборочки делает. Весь день здесь этот чувачок ходит, бродит по комнатам. Фу, мы это сделали нафиг. Ой, на. Карточку надо, Оль. Так, сейчас я посмотрю, что мы там закупили. Сейчас мы это сделаем. Вот чаек мы взяли. А этот мы не брали. Этот у нас, ну какой тут. Еще при этом разный какой-то. Это какие-то другие люди, наверное, набирали нам. Просто пакетик тут втюхали. Так. Вот тут 15 написано. Так. Вот такие чаечки. Так, что у нас тут еще? Вот Оля взяла вот эти. Вот тебе, пожалуйста, Оль. В подарок чай. Мне кажется, вот это вот мы еще не брали, нет? Нет, зачем мы взяли это? Мы как раз вон. Разные пробовали с тобой. Вот, две упаковки. Это, да, точно. Так. Две упаковки брали. Так, вот эти. А, это мы первый раз взяли. А, вот. Это вот у другой женщины. Да, у другой женщины. Это все за 30 мы взяли. За 10. Ой, точно за 10. Три штуки за 10. Да, три штуки за 10. И такие еще вот подарочные наборы тоже. Получается, с одной стороны вот такие вот. Там 8 штучек как раз, да. На подарки будут очень хорошие, вот такие вот. Вкусные. Здесь с разными вкусами идет. Ну все, короче, подарочки у нас готовы. Чай на зиму готов. Будем пить чаечек. Ну все, всем пока.